ирландцы, друзья мои. Мерда! Танк! Эй! Что нового? Военные собираются сбросить припасы для своих. Доберись туда раньше, Дани. Грасиас, грасиас.
Клара, я у собора. Его заняли громилы Кастильо. Черт! Один из священников укрывал повстанцев. Теперь отца Диего наверняка захотят забрать. Я знаю, что делать. Чтоб меня, спецназ. Здесь надо аккуратно. Никто не услышит. Не верится.
без повреждения. Расскажи, что знаешь. Ой, повстанец. Солдаты Кастильо наглеют. Надо поставить их на место. Мы устроим им засаду, и нам нужна твоя помощь. Спасибо. Ола! Готов драться за Яру? Buen trabajo, Dani. Благословение. Хвала Оку. Ha 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 ha.
Que vuelta. Я... Мы будем бороться, пока мир не услышит. Как поживаешь? Талия, иногда происходит то, на что невозможно повлиять. Порой тебя бьют по лицу и не перестанут, пока не ударишь в ответ. Понимаешь, о чем я? Лучше, чем тебе кажется. Талия и Пауло то любят друг друга, то ненавидят. Карахо! Думаю, раз я умею пользоваться пилой, мне все под силу. Пора на покой.
Эй, Дани, знаешь, что один повстанец сказал... Олохван, как твои дела? Кверху каком, Дани. Как могут быть дела у человека, которому срочно нужен обедненный уран? Может, пошаришь у какой-нибудь зенитки? Там часто такое добро попадается. Или надо как-то иначе напоминать? В следующий раз перейду на русский.
Спасибо за бандисьон. Танрон, я у химзавода Лахойи. Когда экологичность еще не была трендом, Сантос построил этот чистый завод. Оказалось, он ничем не лучше остальных заводов в Лахойи. Похоже, он еще работает. Ага, стал частью империи Макея. Говорю ж, этот Янки владеет половиной Элесты. На этом заводе делают дрянь, которой опрыскивают табак Кастильо. Макей гробит наш народ и отравляет нашу землю. Не нравится мне это место. Que coño? Надо аккуратно. Вижу инженера. Что вы для меня припасли? Этим повстанцам пригодилась бы помощь.
Офицер, звание тебя не спасет. Погнали. Хорошая лошадка. Тише. Помедленнее. Но! Мьяда!
припасов отправлен. Сброс к востоку от горы Гвами. Подтвердите, что поисковый отряд будет на месте. Подтверждаю, штаб. Выдвигаемся. Ну уже, Дани. Нужно просто добраться до груза первым. Тише ты. Ну. У меня это мое! А вот и инженер. Эй! Пойди проверь! Дани, ты просто красавчик. Дикий зверь совсем рядом.
как Хуан Кортес от мира машин. Мне одного тебя много. Я покорил тебя, как Кортес туземцев, да? Ладно, шутка так себе. Найди Ями. Новая проблема.